Всем здравствуйте, с вами Антоша, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем проходить Dark Souls 2, первый сын Шкаляр. Сразу скажу такую информацию по видосам и по всему остальному. Во-первых, про геймпады. Я попытался что-то с ним там поделать, ваши советы почитал там, то, что куда-то там в какую-то сторону сосок крутить и тому подобное. Вот это все я пытался сделать, пытался даже прогу какую-то скачать. Ну, короче, что-то нихера у меня не вышло с этим геймпадом дуалшоковским. Других у меня нету геймпадов, и покупать я его специально, вот, по крайней мере, сейчас он мне не очень-то нужен на самом деле. Вот, и я просто решил с клавы продолжить играть. Я попытался себе более-менее настроить удобнее управление. То есть у меня там я кнопки чуть-чуть местами поменял. Вроде как, в принципе, должно быть более-менее. Плюс еще люди понаписали мне такие небольшие, как, не то что совета, лайфхаки, которые я нашел даже вот здесь. Вот смотри, я их вот тут вот нашел. В принципе, их и писали. Вот они, вот. Что типа взаимодействие. Это shift плюс левая кнопка мыши. Использовать предмет — это shift плюс правая кнопка мыши. И тому подобное. На самом деле, достаточно полезно. Особенно полезно. Вот я вот смотри. Вот эти вот меняю все фляга с эстусом, прочая херня. Вот это я, блядь, на стрелочки жму. Это мне на мышку отпустить, жать на стрелочки. А в битве с боссом я так не сделаю, как бы, да? Но и приходит на встречу колесико, ебать, прикинь. Колесико, оказывается. Я почему-то даже не додумался до того, что можно колесиком что-то поменять. Вот это охереть, для меня какое-то прям открытие было. Так, подожди, пока не спущусь. Вторую важную тоже информацию скажу. В предыдущих двух видео заметил сам, пока монтировал, что у меня был такой косяк, я его заметил только при монтаже, к сожалению, что терялись кадры в видео. То есть куда-то они пропадали, еще что-то. Я писал об этом в описании. Не знаю, как бы было заметно, читали люди. Но раз никто ничего не писал, то либо ничего не заметили, либо прочитали, и все молодцы. Я думаю, что все молодцы, потому что, ну вы же молодцы, как бы. Вот, я это вроде как починил, потому что ОБС-ка почему-то у меня ограничивала кадры на 60. Поставил 120, потестил. Вроде все сейчас должно быть плавненько, хорошо. Вот, смотри, без фризов, без всего. Так что, надеюсь, будет смотреться намного лучше. Так, я не помню, садился я у костра или нет. Давай мы сразу посидим. Поменял я, короче, вот, по крайней мере, вот это вот, чтобы на Enter не жать, поменял на F-очку. На F-очку мне как-то поудобнее вот это все делать. Так, ничего я делать не буду, не отправляться, ничего. Давай-ка назад. Назад, назад, назад. Так, а назад я не поменял, да? Все равно у меня бэкстейп. Подожди, подожди секунду. Сейчас поменяем назад. Где у нас есть кнопочка назад, чтобы оно было хотя бы на escape на какой-нибудь. Открыть стартовое меню. Бляха, нет, мне вот отмена. Блин, а он мне скажет, смотри, что скажет. А нет, ничего не скажет, смотри-ка. Ничего не сказал. Херакс, и все, и на escape я могу, да? А, ну конечно, я же не сохранил, блядь. Я же не сохранил, давай-ка на бэкстейп. Вот это вот сохранение тоже меня немножко уже ебет мозгу. Так, вот сюда. Нет, сюда все правильно было. Да подожди, сука. Стой, не так быстро. Вот, бэкстейп на еск. А он просто закрывает, смотри-ка, какая мразота, а. Блядь. Ну ладно, давай. Почему ты вот мне не выставляешь еск-то? Ой, да и пошел нахуй, короче. Не будет мне лень сидя у костра пока на бэкстейп жать. Нормально. Так, чувак, что с тобой было? Что да как? Потому что я записывал видосы это для вас недавно. О, господи, блядь, какой ты громкий. Вот. А для меня прошло уже несколько дней, потому что я специально себе вот на время записывал, чтобы потом время на другое уделить. Так, старая торговка. Мы, по-моему, с ней говорили, все это делали, но писали мне тоже вот... Весь видос я буду говорить советы, которые мне писали, потому что мне написано было на два видоса около, не знаю, 300 комментариев, многие повторялись, поэтому я себе так основные какие-то выписал штуки и буду вот, ну, попездывать во время видоса про все про это. Сказали, разговаривай до талого со всеми. Меня зовут Мелентия. Ты странствуешь по этим землям? Да. В эти дни только странники и заходят, местные-то все разбежались. Так я и есть странник, да? Давным-давно здесь отгремела война, и Дранглик превратился в кучу щебня. Это было, когда гиганты перешли в море. Охуенно. Будем дальше пиздеть. Кажется, битвы никогда не прекратятся. Беднякам вроде меня даже негде прилечь поспать. Так а что здесь нормально? У тебя там вон вещмешок, блядь. Поэтому я и ношу все свои вещи с собой. Ага, ну типа ты так и делаешь, я не один такой умный, да? Хотя ты и путешествуешь налегке, мне кажется, от себя не убежишь. Это бремя всегда с тобой. Логики я не почувствовал, конечно, что ты мне хотел донести. Ну давай, давай. Говорят, эти деревья выросли на останках гигантов. Из каждого тела проросла новая жизнь, такая, какой ты видишь ее сейчас.
Но ты знаешь, что поговаривают и другое. Не верь тому, что говорит старая корга. А ты старая корга, блядь, получается, да? Ну, раз старая торговка. Я тебе не буду тогда верить, раз она сама говорит, чтобы я ей не верил. Ну, ее нахуй. Настало время идти дальше. Это типа, все, да? Пизду отсюда. А, нет. Когда увидимся в следующий раз, дорогуша, у меня будет, чтоб тебе предложить. То есть мы с тобой еще увидимся? Ты типа везде пехаешь-то за мной, да, как бы? А, ну вот. Ну вот, вот она и говорит, да-да-да-да-да. Хорошо, как можно мне это все скипнуть? Отлично, ладно. Ну, так-так-так. Да, неблагодарные нынче времена. Ну, блядь, да, хуёвые пенсии, маленькие, блядь, эти проезды на автобус постоянно повышаются. Заебёшься, блядь, конечно, это да. Ну ладно, полетели вниз, мне бы ещё на самом деле управление подспомнить, потому что, вот я говорю, играл достаточно давно, и с клавомыши нужно тут привыкнуть, мальца. Так, а ты чего хули расселся-то, алло? Ты расселся, ты враг? Ну-ка, на-ка, нахуй. Расселся этот, блядь, ну-ка, пошел в пизду. Тоже, я совсем забыл. Опа. Тихо. Пацантре, а что началось-то? Ну-ка, блядь, на заклинание вкури немножечко. А не надо так делать, не надо. Ну-ка, на-ка, заклинание чуть-чуть. Чуть-чуть тебе вот еще заклинание. На, отлично, хорошо, прекрасно. Так, давай-ка посмотрим мы, знаешь, куда? Вот сюда зайдем и в снарягу. Сказали мне, что не зря я купил... А где? А, блядь, у костра же. Подожди, поднимемся. Чуваки, подождите секундочку. Надо подняться прям 100%. 100% надо подняться. Сейчас просто секу. Блях, как-то мне писали, можно подниматься побыстрее, но я забыл кнопку. Прикинь, вот я недавно читал коммент прямо вот перед видосом. Но я забыл кнопку. Что-то W плюс вот какая-то хуйня. А я просто не помню. Так, вот, составить заклинание, что вот сюда вот можно поставить в ряд. Нет, подожди, а где? Где можно-то? Блять, ёб твою мать. Короче, вот эту ячейку можно открыть, я так понимаю. Но она у нас, походу, не открыта просто пока. Да, наверное, она не открыта, и надо что-то для этого качать. Качать, сказали, надо в Маджуле. Ой, блять, сейчас тоже тебе скажу. Я понимаю, что мы никуда не отправляемся с этой начальной локации. Но просто послушай, как у меня, честно, сгорел пердак от того, что у людей горел пердак. Вот смотри. Тебе, значит, такие пишут, блять. Просто вот пишут прямо на экране слово «Маджула» или «Маджула», хуй её знает. Ты читаешь, блять, «Маджула». Ты читаешь, ты просто читаешь. Там нету, не написано, что вот «Маджула» и буква «У», она прям вот больше. Или над ней стоит вот такой вот, типа вот так вот знак ударения. Его нету. Но столько людей пробомбилось, что это «Маджула», блядь, ёбаный в рот. Почему ты читаешь «Маджула»? Это не «Маджула», это «Маджула». Этот, блядь, тоже не «Дранклик». Это не «Дранклик», это «Дранглик». Знаешь, что такое для меня «Дранглик», блядь? Вот это вот гачу из этого вот, когда помоешь посуду, у тебя остается в раковине гача вот это вот. Ее взял, на сковородку кинул, блядь, поджарил в маслице и получился «Дранглик». Вот «Дранглик» для меня это вот эта вот хуйня, а не название вот этого всего. А «Дранглик»... Он звучит как, блядь, как... Вот, давай разделим слово. Лик, это что, блядь? Это лицо какое-то, да? Дранк, это что? Это какая-то там форма слова пьяный, блядь. Пьяный лик. Ну не охуенно же. Охуенно, по-моему. Нет, дранглик, блядь. И вот так я чувствую, будет всю серию, что я неправильно что-то ставлю. Но, а как мне вот определить? Там даже вот я специально... Знаешь, что сделал даже специально? Да ты же живой, говно, блядь. Я же вижу. Вот. Специально послушал начальный ролик, где бабка говорит вот это вот слово дранглик. Потому что я такой, да ладно, блядь. Серьезно, дранглик. Вот. И она тоже говорит как-то, знаешь, типа неразборчиво. Типа просто по-бабушински она как-то говорит. Так, а, я нажимаю, а, закрыть, ты чего, игра? Вот. Я такой, ебать, короче, я так охуел с этого, потому что столько много людей прям бомбануло, что я такой, ладно, все хорошо, Маджула, дранглик. Я надеюсь, все успокоятся с этого, так, заперто, хорошо. Ой, так, ладно, это сказал, забыли, все, забыли, договорились, Маджула, дранглик, все. Нет, без проблем, как скажете, так и будет. Так, открываем. С этой стороны нельзя открыть, ну и хуй с тобой тогда, дверь, не открывайся. Побежим тогда вот сюда, вот, давай-ка мы даже, наверное, немножечко ускоримся, как бы, да? Ой, блядь, как вовремя, ебать. Прям то, что нужно, прям вот как надо. Так, а факела у меня не факела, хорошо, ладно, тут что-нибудь открывается? Да все заперто, блядь. Все везде заперто, везде ключи нужны. Че вот они сидят? Че ты сидишь, блядь? Ну-ка вставай, говно. Вставай давай, че ты сидишь? Расселся тут, интересно такое. Скелет, он живой, нет?
Нет, скелет вроде не живой. Блин, 21 стрела души всего осталось. Это очень мало. Очень мало. С тебя что, ничего не выпало? Вот говно-то ты, конечно. Ну давай, входить в туман, давай. Первый наш туман, возможно, даже первый босс. Нет. Нет, не первый босс, просто какая-то локейшн. Какая-то что-то локейшн. Какие-то херово прорисованы. Опять корешки, блядь. Как я их люблю, сука, а? Ты бы знал, как я люблю корешки, господи, мое любимое просто. Я когда прихожу в какую-нибудь кафешку, мне говорят, что вам принести там туда-сюда, вот это, то, все. Я говорю, корешков мне, блядь, конечно. Под соусом из гачи, я не знаю, из какой-нибудь. Так, ладно, по центре. О, это кто? Это что-то большое, смотри. Да куда, куда? А, вот это вот. Ну-ка, на-ка, подожди. Не надо, ну-ка, стой, хорош, успокойся немножко, успокойся. Откуда прибежал? Откуда он тут взялся? По дереву забрался. Воу-воу-воу, еще и стреляют. У меня, кстати, все равно вот привычка после тех серий нажимать на Enter. Я вот, у меня прям рука остановилась, и я тянуть, прикинь. Надо приучиться все равно на F жать. На F, мне кажется, мне будет удобнее намного. Так, подожди. Что за чертоган-то? Какой-то стоит берсерк, блядь, не знаю, из Властелина колец опять что-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, тихо-тихо-тихо, ты же на меня не понесешься. Ой, блядь. Ой, блядь, челодой ты маловечек, блядь. Подожди-ка, может это, может одумаешься? Ну-ка нахуй. Ты, может, подумаешь, нет? Ну-ка на. Ай, блядь. Я не знаю, как мы его будем мочить. Вот так вот, видимо. По-дурацки, потому что у нас либо мы сейчас все стрелы на него потратим, вот эти вот, да? Ну, либо я не знаю. Ну, давай попробуем вот так вот завалить. Ладно, еще раз успеем. Хорошо. Тоже мне сказали, что... О, нормально. Окружение сыграло на нас. Ну и хорошо, ну и прекрасно. Я совсем забыл, что тут взрывающие бочки есть. Потому что их просто не было в первой части. Я такой как-то даже сейчас им виду, если честно, не придал. Возможно, эти тоже взрывающиеся бочки. Не знаю. Ну-ка, подожди. Не стреляй, блядь. Не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей, ничего. Да, кстати, тоже написали. Вот я пока это все делаю, я вспоминаю, что мне там написали, что не написали. Написали про прокачку. Во-первых. Воу-воу-воу-воу-воу. Дурак, что ли, совсем? Че кидаешься? Ну-ка, блядь. Не кидайся, не надо. Ну ладно, нормально. А что он себя не взорвал, кстати? Кто-то, по-моему, слева идет. Да, конечно, идет, прыгай! Конечно, пехает. Пехает, лепехает. Ну-ка иди отсюда, блядь. Так, щит ты поставил, да, умный, типа самый. Самый умный, понятно. Нам нужно какое-нибудь оружие дополнительное, короче, вот кроме вот этого сраного кинжалика, чтобы хоть как-то им какой-то урон наносить вот этим вот чертоганом. Ну-ка, чертоган, ты чертоган или нет? Ну-ка, блядь, на. А, я понял, это эти копейщики с щитом имбовые из первой части. Вот говнори-то, блядь, а? А сколько, интересно, Эстус восстанавливает? Тоже вот мне интересно. Оп! Бляха, а тут еще он и медленно восстанавливает достаточно. Так, стой, ну-ка давай со спины. Блядь, как ты меня заебешь-то, походу. Все-все-все, ну-ка, вот так. О, нормально, так хорошо. Ну-ка, увернулся. Увернулся, изумился, я хотел сказать, но изумлился. Лучше звучит в рифму. Сколько ж тут врагов? 4 стрелы души осталось всего. И Эстуса у меня одна баночка была, да? Так вот. Первое, что хотел сказать, качать мне, как магу, там на самом деле было прописано, какой-то чел прям запарился, написал мне, что типа, если ты маг хаоса, ты качаешь вот это, если ты маг там какой-то цветочной залупы, ты качаешь вот это, если ты маг камня, огня или вообще там аватаранг, качаешь, короче, вот это. Честно, я такой объем не смог запомнить, извини, пожалуйста, чел, что расписываю это, но по ходу дела я разберусь обязательно. Вот, пока что я учел, что мне нужно качать адаптивность и ученость, это типа самые два такие основные параметра, показатели, и будет мне все хорошо. Ой, опять там стоит этот, да, черепыхалка какая-то. Или кто-то с рюкзаком большим стоит, какой-то школьник, не знаю. Вот. И качать все это теперь нужно не на костре. Нужно не на... О! А, это я слышу отсюда, что ли? Нихуя себе. А я могу сломать, получается, здесь все? Ну-ка. Стена выглядит, как будто она сейчас сломается. Да куда ты направил-то, блядь? Направь вот сюда-то. Че, ты не можешь, что ли, направить вот сюда? Ты смотри, блядь. А я умру, да? Я прям умру, если вот полечу на эти бочки. У меня стрел души не осталось. У меня есть какой-нибудь лук? Еще что-нибудь? Вот, договорю, пока есть возможность. Качать все это нужно у бабы в зеленом вот каком-то там трико. Она мне об этом не сказала, потому что я диалоги до конца не дослушал. В зеленом трико у бабы, которая в этом... В Маджуле, вот она стоит, и у нее все это надо прокачивать, не на костерке, так что будем к ней потом ходить. Это на самом деле достаточно долго, но тут вроде как можно сразу же перемещаться перед всеми кострами, так что в принципе и недолго. Так, а что мне делать-то, блядь? Ну давай, хуй с тобой, давай взорвемся. А, нет, не взорвались. Блядь, а у меня же где-то гранатки были. Где-то же были гранатки, вот такая вот колдовская урна, но это как бы гранаты якобы. Но эту стену по-любому можно сломать, смотри-ка. По-любому что-то с ней можно сделать. А, тоже.
Тоже. Вот тебе, блядь, интересная инфа. А, понял я. Понял, пацаны, вы мне много очень писали, что стены ломать тут на не ломать, а подходить и Enter просто жать, поэтому будем мы просто Enter жать. Я думаю, их так достаточно легче найти, что если появляется, типа, ну не Enter, точнее уже F, конечно же, вот, что если вот такая вот хрень появляется, то тогда, соответственно, тут невидимая стена. Бля, хочу так много места-то опять. Как много места, и у меня так мало стрел. Нет, 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 что такое? Я подумал, закрылось все. Ух, блядь! Нихера! Ты знал? Ты знал и не предупредил? Говно такое. Чё, кинжаликом будем с ним сражаться? Ой, бля. Ой, блядь, пацаны. Пацаны. У-у-у, ребятушечки. А ты помогатор какой-то. Смотри-ка, кто-то вот стоит. Ой, блядь. Как вас много, я ебу. Как вас много. А чё с вами делать-то? Что с вами делать? Подожди-ка. Ну-ка, на-ка, бомбу немножечко тебе. О, хорошо-то как. Смотри, гранаты работают. Да, блядь, блядь. Отцепись, отстань, отстань, отстань. Все, хороших выделять. Беги, блядь, беги. Да все, 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 все. Ну-ка кинь в них это говно. Да ты не туда кинул. Ой, блядь, еще и закрылось. Все, это пизда. Это все, это конечное, блядь. Остановите, мне надо выйти. Ясно, ясно, понятно. Так, погодь. Как-то у меня мало стрел души вообще, нет? Это во-первых. Во-вторых, ой, блядь. Какой пиздец. Так, ща подумаем. Ща подумаем. Во-первых, надо прокачаться, получается, по любасу. Надо откуда-то взять всякие эти херушки. А, сколько у меня стоит этот самый? Сколько у меня стоит... Ой, сейчас все будет, сейчас все будет. Так, во-первых. Не-не, зайди мне в вещи. Вещи мне нужны. У меня есть пара душек. Но мне бы вернуть те, конечно же. Блять, 4 косаря проебал сейчас. Мне надо как-то... Во-первых, стена. Где была эта стена? Кто-нибудь мне скажет? Вот она же где-то вот прям вот... Вот, блять, рядом. Еще вот какой-то дурак на ветвях сидит. Где-то прям она как будто бы вот за этой вот статуей. На самом деле. И тут что-то можно сломать по-любому. Вот прям, по-любому. Потому что прям слышно было. И стена такая покоцанная уже достаточно была. О, может вот здесь вот немножечко его побить? Ну-ка, блять, на, подожди-ка. Ну-ка еще-ка, на, подожди-ка. Может пофармить с тебя чуть-чуть, нет? Может пофармим чуть-чуть душ? Ой, 90, ой, как мало-то, блядь. А у нас там 4 косаря было, прикинь. 4, 4 это, наверное, много. Потому что первые левелы, они там очень должны, как бы, этот, мало стоить, по идее-то. Так, давай-ка поменяем обратно на Эстус, короче. А, давай-ка мы, бляха, даже, наверное, Е, хотя нет, ладно. Ладно, нам придется вот этого, как минимум, убить. Вот того я, наверное, убивать не буду, просто побегу. Просто побегу, забью хер на него на самом деле и побегу вот сюда вот. Вряд ли он что-то мне сделает. Я пойду заберу свои душки, короче. По крайней мере, я попробую это сделать. Тут опять этот берсерк сраный, вонючий, ебучий. Так, иди отсюда, подожди. Подожди, иди отсюда. Иди вон бочки взорви, чувак. Иди бочки взорви, заебал. О, ты гранаты кидаешь. Кидай сюда гранату. Давай, давай, давай. Опа. О, хорошо, хорошо. Смотри-ка, хорошо, волшебно, прекрасно. Вот как оно делается-то, блядь, вот. Ну то смотри, это уже путь. Это уже путь к просветлению, блядь, к познанию. Я уже тут не знаю, преисполнился, по-моему, так. А что, ты не идешь сюда, да? Ну и пять себя назад, дебил. А, нет, идет, идет, смотри, идет. Ну давай, бей, бей, бей. А помоги мне, торговка. Торговка, помоги, пожалуйста, нет? Блядь, их как-то очень много, подожди. Торговочка, торговочка, подожди-ка, помоги мне. Я хочу, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты, блядь, мощный, опасный, уф, коренастый. Давай-ка я вот сюда вот сбегаю. Пацаны, не надо. Да не надо, да прыгни тут. Да не надо все вот это вот оставляться. Спускаемся. Спускаемся просто, короче, так. А, закрыли, да, ворота? О, открыли ворота. Только толку-то. Мне там, туда надо, как бы. Мне надо туда, по центре. Они и это, ты не откроются, по идее. Так, сюда я не буду заходить. Ну его нахер. Откройте, пожалуйста, ворота. У меня там душечки мои лежат, нет? Там очень много, я хочу левел прокачать. Так, ты-то кто, блядь? Вижу, тебе удалось сбежать. От кого? От бабок, от старых? Я хотел предупредить тебя о ловушке впереди, но ты меня словно не замечаешь. Так ты видел, какая ситуация была, нет? Меня зовут Пейт. Майор Пейн. Я скитаюсь здесь и там, своего рода. Ищу сокровища, можно так сказать. Поэтому ты мне нихуя не помогал. Будь осторожней. Люди рассказывали о мерзких разбойниках, которые рады обобрать путешественника вроде тебя. Так это может ты такой, нет? Да, тебе стоит взять это. Что? Что? Белый мелок. Тебя призывать, что ли? Мелок. Или чего? Вот смотри, а здесь F не работает, зато Enter сработает. Ну, конечно. Эта вещь позволяет нежити просить друг у друга помощи, взывая через разлом между мирами.
Если повезет, кто-нибудь тебя выручит. Ну, это, наверное, для онлайна имеется в виду, да? Скорее всего, не знаю. Ну-ка еще. Рад видеть тебя в целости и сохранности. Это все, да? Ясно, ясно. Спасибо, короче. Спасибо, понятно, но это не отменяет того факта, что ворота не открылись. Я так понимаю, они откроются, если я вот туда вот внутрь зайду, скорее всего. Потому что в прошлый раз какой-то звук раздался, такой очень похожий на открывание ворот. Бляха, мне бы вот этих вот вначале чертылык каких-то, да, подебить немножечко. Вот те пока на меня не бегут, а вот эти вот побегут. Ну-ка, давай. Вот оно открылось, да? Не, нихуя, это эти штуки заряжаются. Ух ты, блядь, как хорошо-то все сделалось, смотри-ка. Как хорошо все сделалось. А что, я нажимаю на какую-то... Тихо. Я нажимал на какую-то плиту нажимную или что? Почему она вдруг сработалась ни с того ни с сего? Ну-ка на, блядь. Не выебывайся. Да стой. Ну ладно, повыебывайся. Ну чуть-чуть. Пацаны, идем, что покажу. Ну-ка, блядь, давай, сработай. Не сработало нихуя. Не сработало, причем второй раз. Так, Пейн. Майор Пейн, помоги-ка мне немножко. Я помню, что он Пейт, но как-то Пейн ему больше идет, по-моему. Пейт, оно не звучит как Пейн. Все, короче, этих дебилов убили. Нормально, сойдет. Ворота открылись. Нихуя не открылось, ясно. Ничего так и мне и не откроется. Огненная бомба, кстати, неплохо. Мне бомбы-то здесь на самом деле очень даже, наверное, помогут. Помогу, да, именно. Ударения у меня охуенные, как ты понял. Не только в названии всякого-всякого. Большая стрела души, подожди, такого у меня не было, нихуя себе. Большая душа мертвеца, синий деревянный щит. Ну-ка, погодь, дай посмотрю. А я что, здесь-то не могу посмотреть, что ли? Вещи. Посох колдуна. Подожди, где заклятия-то мои? Я что, не могу здесь посмотреть свои заклинания? Серьезно? Прям, really nigga? Или что? Походу не могу, смотри-ка. Статус игрока. Не могу. Походу никак. Ну, блядь, ладно. В принципе, достаточно близко костер сейчас находится. Вот, он достаточно близохонек. С вас что-нибудь можно полутать, Алло. Нельзя, вы уже стрелы типа выпустили. Была единоразовая акция, что ли? И что, тут больше нихера нету, что ли? Прям совсем. А я как-нибудь душки-то смогу забрать или не смогу забрать? Ой, бля, а это-то куда? Это куда-то, куда я не хочу пока, если честно. Как-то мне туда... О, что такое? Используй. Давай, конечно, используй. А нихуя! Прям так можно? Бам! А что я не использовал тогда? Надо было использовать. Так, во-первых, попьем давай, наверное. О, он прям чуть ли не на ходу пил. Прикольно. Так, хорошо. Но, кстати, остановился, чтобы попить. А в прошлой части он тоже останавливался, чтобы попить? Прикинь, забыл. Прикинь, вот просто взял и из головы вылетел. Ну, вроде как тоже, да. Так, чувачочки, а вы что-то отдыхаете-то, разлеглись, я что-то не понял. Ну-ка, блядь, собрался, нихуя себе. О, стрелок стреляет. Сейчас мы это все сделаем красиво, смотри. Если стрелок стреляет, значит и сюда будет стрелять. Ты стрельнул сюда-то, нет? Да ты не туда стрельнул, вот, смотри, сидит дурак, стреляй ко мне. Все, отбегаем. Да нет, ну сюда вот надо, к дурачку сидящему. Смотри, вот я рядом. Я прям рядом, да куда? Ты куда-то вообще не туда стреляешь? Вот сюда, к вот этому надо. Кто выстрелил? О, давай в него. Да куда? Как они это видят, блядь? Как они видят, куда я отпрыгну в будущем? Ну-ка идешь нахер отсюда. Не надо. И минус ты тоже. Да ебать, камень, блядь, маг камня. Вот он, блядь. Я в него никогда в жизни не попаду. Смотри, он защищен. Он защищен, блядь, семью богами. Я хуй знает. Крестик защищает его. Не понимаю. А нет, вот все. Перестал верить, чувак, перестал, в церковь ходил давно, все дела. Так, подойди сюда. А что, у тебя бомбы кончились или что? Куда ты? Сука, и этот смотри, за камнем прятался. Да иди сюда! Че, у меня кто такой? Что, вох? Ой, блядь, а вы что тут делаете? Вы нахуя дерево рубите копьями? Возьмите топор, блядь. Что происходит? Чуваки отдыхают, кстати, я их, наверное, трогать-то не буду даже. Че, они отдыхают? Никому ничего не это. Шашлык не жарят, блядь. Ничего не делают. Ладно, нормально. Забрать предмет. Отлично, шлем полого солдата. Такого у меня еще нету. Можно свое страшное ебало спрятать туда. Блядь, сколько ходов, я ебу. Ты че встал-то? Тебя просили вставать. Ну-ка, сука, лег, блядь, обратно, говно. О, можно, кстати, с кинжалика нормально валить. Ты че, сломался? Ты на меня... А, блядь, ух, нихуя! Нихуя, обманщик, ты посмотри. Стоит такой, я вообще на тебя нападать не собираюсь. Я, ну, нормально отношусь ко всем людям. Потом такой, ну-ка, блядь, ну-ка, ну-ка, шух-шух-шух-шух-шух. Ебанулся. Так, окей, познаем тогда местные тут традиции пиздения деревьев. Вот этого наебатора тоже, наверное, убить будет.
Блять, ходов ебёная мать просто. А стрел мало осталось. Еще и большую подобрал стрелу. Хотелось бы ее как-нибудь применить. Ну-ка, на-ка, нахуй, на-ка, нахуй. На-ка, блять, нахуй. Слушай, смотри, удобненько, удобный кинжал, только у меня хп нихуя не остается. И у меня что-нибудь есть? Есть самородочек, конечно. Опа, подожди, чувак, самородочка, въебу немножечко. Оп. Хоть что-то, как бы, хоть что-то. Ну-ка, на-ка, нахуй, на-ка, нахуй, на-ка, нахуй, на-ка еще, блять. Отлично, смотри, когда один враг, можно вообще не тратить тогда, получается, эти стрелы. В принципе, можно загасить. Пацантре, у вас все в порядке? Вы как? Че у вас тут, блять? А, так это не враг, ребят, это дерево, блять. Ну, выглядит как враг, выросло таким, блять, вы че? Я их, наверное, отвлекать не буду. Что-то делают, хуй знает. Пусть делают, пусть веселятся. Вон, заберу большую душу мертвеца. Нормально вам. По кайфу. Не, ну главное, чтобы по кайфу же было, правильно? Или помочь. Хуй знает, так-то какое-то недоброе дерево. Да и коряга ебаная какая-то. И тут больше нихуя нету, кстати. Смотри-ка, ничего нету, вот это вот что такое. Не, я думаю, это рушится как бы, это не рушится. Тут может невидимая стеночка какая-нибудь, нет? Нет, невидимой стеночек нету. Че, помочь ребятам или что? Давай, может, помогу? Давай, пацаны, навались, блядь, вчетвером разъебем. Я, ты, да ты, да я, блядь. А, вас двое всего. Че, не выходит, да, нихуя? Блядь, такая смешная хуйня какая-то. Ну-ка, на-ка, нахуй, ну-ка, на-ка, нахуй. Заебали меня. Давай, иди дерево возвращайся пиздить. Нихуя себе, пошел он куда-то. Отлынивается, блядь. Опа, не стоит, не стоит. На, лови вкусняшку. Лови пенек. Ух ты ж, бля. Че такое, че такое, че такое? Куда ты пятишься, куда? Это тебе не с деревом, блядь, сражаться. Ну-ка, нихуя, нихуя. Замахнулся он, блядь, я тебя зажму в угол. Просто как, знаешь, как в этих, в платформерах, блядь. Зажал в угол, все, все, никуда ты не денешься. Так, с тебя я все подлутал, да, хорошо. А, что вы тут делали-то, блядь? Осмотреть. Увы, ничего не происходит. В смысле? Дерево, блядь, ты чего? Как это увы? Нихуя себе увы. Ну ладно. Нет, так нет, без проблем. Ну полезли сюда. У нас, в принципе, это сейчас пока что единственный путь. Я бы, конечно, все-таки душки свои как-нибудь подобрал, если это возможно. Я очень рад, кстати, что мы сейчас открыли ходик такой интересненький. Проходик, ходик, проходик. А туда-то можно? Туда перепрыгнуть? Ну нет, слишком далеко как-то получается, по-моему. Я вот эту хуйню хуй перепрыгну. Так, ну значит мы просто... А, сюда, сюда. Ну мы так-то еще вон туда не ходили. Ща, подожди-ка. Забрать. Что у тебя? Легкий арбалет. Блять, хочу большую стрелу души поставить. Кто там шлепает, блять, уже? Кто шлепает? Шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп-шлеп. Алло. Ты, сука, кто, блять? Кто такой большой-то, что шлепает? Ты че шлепаешь-то? Ты меня еще в тот раз заебал. Ну-ка ушлепывай отсюда. Шмыгалка, ты посмотри какая. Так, а туда я смогу по-любому пробраться. Мне надо прыгнуть только. Да, подожди-ка. Подожди, сейчас вот отсюда спрыгну, нормально. Что? Не надо, никаких Так, подожди-ка. А то я тут прыгать собрался. Тут-то ничего нету, да? Просто есть... А, зажечь факел могу. Ну, я не знаю, хуй с ним, зажги, наверное. Пусть будет, лишним не будет. Может, им пиздиться даже можно. А, нет, просто ставить в блок можно. Хорошо. Тогда, да, блять, как ты, как камера играет-то? Опа! Нормально, хорошо. Забираем, что тут у нас. О, еще факел. Сойдет. Кто там еще? Опа, опа, опа. А ты обычный, ты рядовой дурак? Рядовой тубаретка, блять, или что? Тумбочка? Или нормальный ты? Ты какой-то дурачок, по-моему. Ну-ка, на-ка, блять. Ну-ка, на. На, факел-то. Да факел, блять. Факел не работает, короче. Ну, на тогда, заебал меня, потому что. Сколько, блять, можно? Что-то дурачится, дурачится. Ой, а что так темно-то на улице стало? Резко повечерело. Так, тут сундучок. Сундучок это прекрасно, давай открывать тогда, давай. Давай посмотрим, что там у нас. Ага. Кортик и шлем пехотинца. А кортик это что? Это что-то попизже, чем вот кинжалик у меня, который был. Кортик это звучит как очень маленькое оружие, да ведь? Короткий меч, сломанный меч. Крылатое копье, кортик. Я что-то могу его или не могу? Я не понимаю по статам. Но у него урон больше. Невозможно эффективно использовать. Да иди ты нахер тогда, невозможно. Вот у него вроде как не пишется, что невозможно. Смотри, вроде мне всего хватает. Я покра... А, блядь, я не туда смотрю, я направо смотрю. А надо смотреть вниз, ну конечно. Так, это-то у меня хватает, это хватает. А вот здесь вот... Вот эту хуйню могу взять, но это прям говно. Вот на эту хуйню не хватает немножко силы. А, вот это... А, ну блядь, ну понятно, да.
Ну нет, давай тогда с кинжалом бегать. Нахер твой этот. Подожди, он мне нахер не сдался. Давай возьми обратно кинжалик. Чё мне этот факел твой? Зачем он мне? Чтобы что смотреть? Чтобы мне пока нечего зажигать здесь как-то особо. Блин, а я не разъебусь, нет? Нормально? Ну давай. Уху! Хуя, он приземлился такой. Бэк-ролл там какой-нибудь сделал. Или Филадельфию сделал, тоже своего рода ролл. Нормально. Тут у нас что, пацаны? Ребята? Какое-то знакомое место на самом деле. Чё охраняем? Чё там у нас дальше? Пока не буду их трогать, ну его нахуй, у меня одна стрела души осталась. Тут у нас закрыто, небось, да? Ну конечно, блять, оно всегда тут все закрыто. А что это случилось такое? Это мне что-то далось или не далось? Что-то не понял я. А здесь? Самоцвет жизни, косточка возвращения. В принципе, можно будет вернуться, конечно, но пока нет смысла на самом-то деле. А насчет самоцвета, не знаю, не хочу пока использовать. О! Море, море! Край бездонный, сука. Да подожди, ты чё меня бьёшь-то? Ты чё меня бьёшь-то? Ну вот мы использовали самоцвет души. Вот мы, блядь, и используем. Не надо. Успокойтесь. Ребятушечки, блядь. Да хорошечки, ребятушечки, дритатушечки, дритота, блядь. Да тихо. Тихо. Хорош замахиваться-то в меня. Ну-ка, на-ка, нахуй. Хоть одного. Ну, конечно, ясно. Ну-ка, блядь. Хорош. Бляха, ну это пиздец. Тут, короче, вон какие-то врата-воротушки. Ебало-ебалушки, а я ничего не могу сделать. Так, секу. Ну-ка, на-ка, нахуй. А чё ты не останавливаешься от атаки, блядь? От атака. От атака какая? Да всё. Успокойся, подожди, мне надо выбрать... у меня нету этого. Я хочу выбрать того... Да я не то сделал! Подожди! Ай, блядь! Как все плохо, вот туда еще можно пройти. Все, да хорош, все, отъебитесь, короче. Идите нахуй, просто. Я вас не звал, идите нахуй. До свидания, блядь, до свидания. Я пойду к костру. Все, мне надоело. Я пошел к костру отдыхать, наслаждаться жизнью. Давай-ка подниматься и пиздовать от них. Ну вас нахуй, короче. Ну вас в пизду. О, смотри, я сейчас сжал пробел и наверх он вроде как поднимался намного быстрее, чем в первый раз. Так, а что вы здесь-то остались? Что вы тут-то остались? Все, отъебитесь от меня. Невозможно использовать костер, говорят. Говно. Походу, я лишился своих душ, по всей видимости. Походу, мне их не видать. А что они здесь-то остались, все эти ребятушечки? Ну, давай с тобой подеремся. Попробуем. Проверим мои супернавыки. Нет, он слишком читер, чтобы проверять мои супернавыки. Так, ну-ка давай. Да, блядь! Очень ты хуёво как-то вот делаешь, ты прям так тык-тык-тык-тык-тык, это очень много тык-тык-тыков на самом деле. Ну хорошо, что здесь сверху умерли, нормально, это прям хорошо. Так, что еще я хотел сказать по поводу... про это про все сказал? А, вот у меня последняя мысль была, вот я специально, я тут опять в блокнотик, у меня привычка записывать всякие вот эти вот в блокнотик, чтобы не забыть. А, писали мне, что делай видео дольше, чем 50 минут, но, пацаны, я... у меня просто горло устает, я не могу столько пиздеть, я не привык столько пиздеть, я не какой-то профессиональный там ютубер и тому подобное, я просто не могу столько пиздеть, понимаете? И это сложно, короче, мне, поэтому я вот, ну... делаю по 50, то есть даже когда вот я записываю 2 серии подряд, а сегодня, кстати, я, наверное, тоже запишу 2 серии подряд, в принципе, потому что мы не так далеко тут ушли еще, вот, то, как, скажу, я хотя бы передыхаю между сериями, я хоть что-то там чаю, скажу, попью, еще что-то сделаю, а записывать вот как мне там предлагали 1.5 часа, я ёбнусь столько разговаривать, я не знаю, я умру, блядь, быстрее. Так, давай-ка мы сразу же отправимся, наверное, в Маджулу. Чего? Яркость костра. Так ладно, хорошо, мне насрать, какая там яркость костра. Чего такое-то? Ты не хочешь? Я выбрал, выберите, куда отправиться. Окей, отправляемся. В путь дорожку. Попробуем прокачаться. Сейчас мы заюзаем все там эти как они называются-то? Бляха. Короче, сейчас все заюзаем, сейчас я скажу. Так, мы заходим вот сюда вот. Вещи, вот эти вещи. Вот это мы используем, соответственно, два мы используем. Ок, хорошо. Давай, херач, сколько это будет? О, 1600, нормально, в принципе, нормально. Так, давай, тебя тоже мы используем. Там что было выкинуть, нихуя себе, зачем их выкидывать? Совсем дурак, что ли, их надо использовать, он выкидывать собирается. Так, и вот это тоже мы используем полностью, короче, прям до талого. Сейчас мы прокачаемся, я надеюсь, что мне вот эта ученость... Я мага просто не качал в первой части, я не знаю, что он может, не может. Так, где бабюшечка? Бабюшечка, здорово. А почему мне сказали, что она в зеленом? Типа вот это вот плащ зеленый имеется в виду. Тебе удалось отыскать осколок? Пока нет, нихуя не удалось. А, да, удалось. Походу удалось. Это она про Эстус, да? Да, походу она про Эстус.
Какой бы слабой она ни была. А, вот, улучшить флягу с эстом. Давай улучшим. Дать осколок фляги, давай. Сейчас хоть будет несколько, я так понимаю. Пятерик, наверное, будет, как обычно, стандартный. Фляга с эстусом усилена. Хорошо. Хорошо. Так, давай новый левел. А, два фляга с эстусом, блять, мало. Ой, бля, как тут все по-другому. По-другому. Вот мне надо вот эту вот адаптивность юзать, да, как бы улучшать. И ученость надо тоже улучшать. Ученость и адаптивность. Интеллект. Не знаю. И вера не знаю. Вот что-то из вот этого, интеллект и вера. Они нужны для каких-то там определенных. Но интеллекта, смотри, вот 14, да хуя так-то. А веры у меня мало. Давай ученость тогда мы, наверное, юзнем. А что делается? Подожди. Что-то я не понял. Вот здесь вот, на, вот так вот. А, ебать. А что так сложно-то? А, вот, теперь выбирается мышка. Я вообще не понял. Интересно, конечно. Так, давай-ка мне ученость, во-первых, надо поднять, блядь, да. Давай, что тут происходит? А, вот ячейки, ячейки. Смотри, вот ячейки две. Слушай, а тут достаточно понятно все. Так-то, если вот присмотреться. ПДВ. ПДВ, кстати, по-моему, писали, что вот ПДВ, вот эта подвижность, она как раз-таки... влияет что-то там на количество кадров, которые я неуязвим, пока прыгаю. И для этого надо качать вот эту вот адаптивность, по сути. Так, ну так ты вниз-то мне спустись, блядь. Вот сюда, вот еще ниже, что слабо было спуститься. Вот, да, ПДВ побольше, давай адаптивность еще одну качнем. И насколько у меня еще хватает? Веру тогда качнем. То есть не веру, а интеллект. И еще раз, ученость до талого, наверное, качнем. Скорость заклинания вон у нас лучше, бонус магии. Давай так, давай, да, подтверждаю. Согласен я, да, согласен. Давай там, мать, просвещай меня, все дела. А у нас еще одного, случайно, осколочка какого-нибудь не завалялось, нет? О, дать еще. У вас нет осколок, да и ебать. Дай попиздим. Поднявшись на холм и пройдя через лес, ты увидишь королевский замок. Там, где человек заглянул прямо в сущность души. Но то, что из этого вышло... Что из этого вышло? Те, кто приходит в Дранглик в поисках спасения, скоро теряют надежду и превращаются в полых. Это случается с каждым, рано или поздно. Синий рыцарь у подножья башни, его дух уже сломлен. Хотя он еще раздает советы. Синий дух, по-моему, я такого не видел еще. Может быть, он предсказывает твое собственное будущее? Хуй знает, мать не знаю. Это крошечное существо среди руин. Древнее существо, что смеется над тобой. Ее слова мудры. При условии, что вы повстречаетесь, счастливый для тебя день. Нихуя тебя не понимаю, если честно. Знак, что ты несешь, истощает твою душу. А без души ты превратишься в пустого. Ну, человечность, да, я знаю. Держись и не теряй надежды. Окей. Даже тогда, когда твое время почти иссякнет. А, даже когда то. Когда нежить умирает, это не настоящая смерть, а шаг в превращении в полого. А какая разница между нежитью и полым? Не вся нежить превращается в полых, но все полые прежде были нежитью. То есть полые это которые. Блять, что? То есть нежить это. Не, я пока разницы не вижу, подожди. Если найдешь осколок фляги с эстусом, принеси его мне. Да я уже принес тебе, да. С его помощью я смогу облегчить твое бремя. Да я, да, приносил уже. Поднявшись на холм... А, ну все, все, все. Все, она уже повторяется, ясно. Да хорошо, ладно, я все понял, спасибо, блядь. Да спасибо! Как это можно пиздикнуть? Окей. Давай, хорошо, оставить. Давай оставлю тебя. Оставлю тебя тут вот на произвол судьбы, на все дела. Так, давай мы отдохнуть у костра. Да. И составим заклинание, раз уж у нас тут еще одна ячейка появилась. Давай мы сюда вот втыкнем. Вот так вот мы сделаем, короче, да. Назад мы сделаем. И отправимся обратно мы... Междумирье. Маджула. Междумирье. Маджула, блядь, Маджула. Все, Маджула. Маджула, все нормально. Так, вот сюда вот мы отправимся. В главную башню. Нихуя, как тут много. Тут, походу, на все костры можно ДПшиться. Смотри-ка. Не только на какие-то главные, выборочные, а прям на все, которые есть, что ли? Походу, да. Ну да, вон я вот здесь вот, нормально, хорошо. Так, окей, стрела души тогда. И, получается, я вот так вот могу менять быстренько. Ага, все, в принципе, удобно достаточно. Пошли тогда обратно. Так, этих я снова скипаю, короче. Снова я иду нахуй отсюда. Нахуй просто отсюда, все. Да не-не-не, подожди, спускайся отсюда нахер. Все, до свидания.
И сразу же идем тогда вот сюда. Вот сюда мы сходим. А вот того мы разъебем, а сверху мы игнорируем типов на самом-то деле. Ать, ать, хорошо. Ать, и еще прекраснее все стало. Заебок, теперь пойдем вот сюда вот. Эти там все еще дерево рубят, блять, молодцы такие. Так, ну-ка идем. Идем, идем. Блять, какие вы классные. А когда вот надо было мне, вы нихуя не взрывали, пацаны. Почему? Не знаю почему. Пей-ка Эстус срочно. Срочненько Эстус пей. Мы должны все это выпить. Сюда я не могу, да? Окей. Ой, блять, какой страшный-то. Какой страшный, а че я такой страшный-то? Прям я страшнее, блять, мертвого. Пиздец. Мне не нравится. Дай человечности, фу, прям фу. Ужас какой, блядь. Подожди. Ну-ка возьми человеческую фигурку, дай-ка я заюзаю. Ебануться, ужас какой. Вот, наконец-то, блядь, красавчиком стал. Ты видел, какой я был страшный? Это не то, что я был до этого, это прям намного страшнее, я не знаю. Так, давай-ка мы вот так вот, смотри, мы сделаем. Мы вот так вот поменяем. Выделим и попробуем большой стрелой. Ууу, хорошо, блядь. Прекрасно. Ууу, заебись. Так, давай этого тоже выделим. И чебоньк. И чебоньк. Сушка, хорошо, прям хорошо. Мне нравится, как оно делает, без проблем. Так, туда мы ничего никуда. И здесь где-то стоит этот чертолыга. Здоровенный. Здоровенный-приздоровенный. Где ты? Вот ты где. Вот ты где. Ой, куда? Нихуя себе он где врага нашел. Где-то на потолке там какую-то муху увидел. Чебык. Ух, блядь, что-то ему да как-то уже не чебыкается. Черепашка-ниндзя какой, а, блядь. Я такого не помню в черепашке-ниндзя. Это Микеланджело или Рафаэлло, или что за хуйня, блядь. Все, отлично, нанес удар. По-моему, кстати, когда я подряд наношу, как будто бы чуть-чуть даже побольше наносится. Так, тут у нас что, мы в прошлый раз не облутали? Забираем, янтарная трава. Не помню нахуя, но спасибо. Да прибудет со мной Эстус, так сказать. Так, туда-то я что, не могу подняться, да, к вот этому типу? Но я его могу ёбнуть отсюда, на самом деле, ну-ка. Бач. Отлично. Ну, мне там попроще будет. Хотя, может, даже и заебошу. Да, нормально. Нормально. Хорошо. Хорошо, блядь. Так, тогда давай вот сюда вот поднимемся, наверное. Посмотрим, что у нас тут валяется такого интересного. Может, меня отсюда, кстати, кто-нибудь будет расстреливать, что вполне возможно. Какой-то крест как будто бы. Алебарду нашел. Это крест, по-моему, какой-то. Ебать, подожди, чувак, подожди. Да подожди, подожди. Ну-ка, блядь, дай-то мне отсюда выбраться. Блядь. Ну, конечно, конечно. Кто бы сомневался, вот откуда они пришли? Откуда просто? Откуда они пришли, блядь? Я не знаю. Откуда-то просто из нихуя такие возникли. Ой, ладно, ладно. Это нормально, это все нормально. Это, блядь, я говорю, это как город нежити в первом Dark Souls, короче. Такая стартовая дрочня, блядь, на самом-то деле. Стартовая дрочня, просто вот придрочиться ко всему, познать истину, познать суть, вот это вот все. Сейчас все будет. Сейчас все будет нормально, главное вот здесь вот опять не взорваться, потому что я не хочу тратить здесь Эстус еще разочек. Так, чуваки, давайте вы сразу вот так вот сделаете, давай-давай-давай. Оп, а я уйду. Вы не туда кинули, вообще не туда, чуваки. Вот сюда вот, давай-давай-давай, вот сюда. Вот я здесь стою, давай-давай-давай-давай. Кидаешь? Отлично. Ну что-то вы опять как-то хуевато сделали, прям хуевишно. Блять, а вот сейчас-то почему вы хорошо сделали, я понять не могу. Я ж стоял тоже тут, говно. Ладно, ладно, будем пить тогда. В Питере пить и блять, здесь тоже пить, нормально, хорошо. Так, пацаны, подарочек. И подарочек. Хорошо, хорошо, прекрасно. Так, тебе тоже. Тебе тоже всех, у всех Новый год, пора подарков, пацаны. Это все нормально, это все как вот надо. Всем, все заслуживают какого-то внимания. И вы тоже, вы не исключение. Может, эти чуваки из тумана прибежали, я не знаю. А чё? А чё? Алло! Выходи! Выходи, блядь, что? Чё это было такое? Нихера себе, просто взял, застрял на пустом месте. В трех соснах заблудился. Так, туда я больше не пойду, хотя, опять же, у меня там остались души. Души остались, чувак, ты видел, души остались, блядь, нет? Видел, нет? Чё ты панцирем-то повернулся? Ну-ка, на-ка. Ну-ка, на-ка ещё. Не надо меня ударять. Не надо, не надо, не надо. Неповоротливый. Это местная версия Альберта, что ли? Я не понимаю. Это Альберт из этой части или что? Походу, да. Походу, скорее всего, так и есть. Блин, идти за душами или нет? Или не идти за душами? Вот откуда они взялись, эти чертолыги? Давай вот так вот пойду. Вот так вот пойду. И посмотрю. И вот они. Вот они, мои зайчики, блядь, такие. Давай, спрыгивай. Давай, 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 давай. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли, пошли. Все пошли. Чебалых.
О, с первого чебалыха, смотри-ка, нихуя себе. Второй чебалых. Прям прекрасно. Ну-ка еще одному чебалаха на раздать чуть-чуть. Ну-ка, блядь, палкой-то его, если что, отпизди. Хорошо. А это-то что? Ты что выжил? Ну-ка, блядь. Стоят там десантура. А ты что, не сдох? А вас сколько здесь? Вас что-то дохуя. Ну-ка, хорош, хорош, хорош. Какие-то они вроде мертвые, но вот в этой броне они выглядят не как мертвые. Вот в первой части бомжи как-то, не знаю, что ли, покрасивее выглядели, не знаю. Как будто бы здесь они вот именно воины какие-то, а не бомжи. Не выглядят они как бомжи. Так, ну чё, будет у нас сегодня первый босс-то или не будет сегодня первый босс? Я очень надеюсь, что за этими воротами первый босс, потому что уже, блядь, хочется на самом-то деле. Хочется где-то, чтобы у меня вот прям передачело-то сгорело. Ой, чудо, я... Пизда какая-то горлу. Вот, я надеюсь, что это оно и есть. Но нет, 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 нихуя. Нихуя, это не оно. А где я? А где я? В каком я месте? Это верх вот этой вот... Я понял, где я понял. Ты чё опять прохлаждаешься-то, блядь? Чё расселся-то? Ну ладно, я пока к нему не пойду, раз он пока сидит. Чего такое? Какие-то, блядь, звуки откуда-то. Откуда звуки? Непонятно. Ну ладненько. А, ну это понял. Ебать, тут все, конечно, связано. Интересно придумали. Огненную стрелу я, кстати, подобрал. Это тоже какое-то заклинание, походу. Только уже, наверное, пиромантия, скорее всего, какая-то. Так, сюда я открыл. Это, в принципе, краткий проход. Вот сюда вот наверх вообще получается лестница к костру. Ебать. Ебать, тут проходов, кстати, реально. Что-то очень прям много. Так, на лифте я пока не поеду. Ну-ка его нахер. Давай я пройдусь вот сюда вот. Посмотрю, что здесь. Так, чувак. Давай-ка мы с тобой как мужик с мужиком, блядь, на руках просто посряжаемся. Без магии, без всего. Давай вот так вот. Давай. Вот хорошо, молодец. Какой ты, блядь, быстрый-то, я ебу. Прям флэш позавидовал бы тебе. Чё ты тут охранял, объясни мне. Чё-то он тут делал. А, ты вот это вот охранял. Большой кожаный щит, самоцвет жизни. Щит-то мне когда-нибудь, конечно, пригодится как магу. Но, наверное, тогда, когда у меня будет вот просто дохулиард уже вот этих вот всяких разных стрел души. Дохулиард всяких возможностей. Скорее всего, да. Потому что пока мне кинжалик-то все-таки нужен. Кинжалик все-таки нужен, да. И надо будет приучаться тогда, раз я уже постоянно кастую с правой кнопки мыши и посох держу в правой, то надо будет приучаться как-то с вот этой вот дефаться. Ой, я тут даже, по-моему, слышу этот... Слышу костер. Ну, поехали вниз, я так понимаю, это лифт, да? Ну да. Опасный немножечко лифт, конечно, такой деревянный, жесткий. Кто у нас тут? Может, кстати, стоило наверх опять как-то херануть и опять прокачаться? Не знаю, конечно, на самом деле, но давай, ладно. Отвез так отвез, без проблем. О, опять. Вот здесь вот точно должен быть босс. Хотя, смотри, вот стоит, блядь, стоит такой охранник, блядь, из пятерки. Ты чё встал-то? Хуль ты тут встал? На-ка кортиком тебя. Точнее, не кортиком, а кинжалом. Что тут охраняешь? Какую дверь, блядь? Заперто. А чё там? А я все равно посмотрю, блядь, чё там. Ну-ка. Там что-то горит. И все. И больше нихуя. Через низ ты не можешь посмотреть? Через замочную скважину. О. Чё-то вижу. Хуй знает. Не знаю. Ну ладно. Ну давай сюда. Давай сюда, почему нет? Я уже через столько туманов в этой серии прошел, так. О! Что-то какое-то. Первый босс, пацаны. Первый босс. Ща мы по... Ой, блядь. Что это такое за жопа? Через что ты это сделал? Так это дерево, которое росло сверху, получается. Чувак, я помог там. Я там, блядь, двоих дебилов отогнал. Все нормально там. А как я его буду гасить? Он каменный дебил. Как я тебя гасить-то буду, чувак? Ладно. Как-то что-то надо думать. Что-то надо делать. Ты быстрый, нет? Ты быстрый, жесткий, опасный. Ну-ка, на-ка, блядь, большую стрелу тебе немножко. 161, мало, конечно. Ну-ка, на-ка тебе еще одну большую стрелу. Нормально, вроде, дамажится что-то. Что-то дамажится. Не-не-не, отъебись. Мне к тебе подходить вообще не надо. Сегодня прям праздник для меня. Не надо подходить. Только у меня стрел, наверное, на тебя не хватит, кстати. Ну-ка. И идешь нахуй. Не-не-не-не-не. Ну нет, ты такой неповоротливый, так я тебя, по-моему, разъебу все-таки. Все-таки тебя разъебу, если у меня заклинаний хватит. Я просто под тобой даже буду гонять. Так ты вообще фуфлят. Смотри, он фуфлят. Он прям фуфленки. Фуфленочка. Вот есть этот, Аленка, а есть фуфленка, короче. Шоколадка фуфленка. Вот его ебло на эту шоколадку и будет фуфленка. И все. Я вот под ногами пробегу, это вообще не проблема. Ты че упал-то, блядь? Че у них за привычка падать, что-то я не понимаю. О, давай мы его пока с ножа, может, запиздим. Ага, сказал я и кастанул, короче, да?
Ладно, ты больше не падай. Чё ты ему в ногу-то целишься? В ахиллесову пяту куда-то целится? Зачем? Вот сюда, конечно. Конечно, целься ему прямо в это, вот в рожу куда-то. Слушай, не, ну это, по-моему, маг, это какие-то читы. Чё ты там, часы проверяешь? О, нихуя, ты зачем так сделал-то? Тебе больно, нет? Воу-воу-воу-воу-воу, не надо, блядь, не надо, нихуя себе, взял руку, оторвался. Ты как будешь без руки-то, ну-ка, нихера. Подожди, да ты куда ударяешь-то? Ты вообще в меня целишься, чувак, или чё? Или поддаешься? А, все понял, целится, действительно целится. Все, да тихо. Ууу, понеслась пизда по кочкам, блядь, я понял. Ну-ка, давай-ка я под тобой, блядь, пройдусь, да, немножечко. Попьем. Оп, вкусно, блядь, даниссимо, ебать. Опа, минус раз, опа, минус два, хорошо. Блять, рано. Ну, в принципе, ладно, можно ему вот тут вот пройтись. Ну-ка, на-ка, нахуй. Падай. Ты не будешь падать, нет? Куда-то ты не туда ударил, чувак. Последний гигант написано. Прям последний. Сейчас это будет точно последний, блядь, гигант. Все. Под жопкой я у тебя прокатился и в ахиллесову пяту. Ой, блядь, ой. А ты что не умер-то? Подожди. Бам. Прям остановил на ударе, блядь, смотри. Победа. Ну, конечно же, победа. Естественно. Душа последнего гиганта и солдатский ключ. Ух, как хорошо, блядь, солдатский ключ, душа гиганта, прям первый босс, и такой, ну слушай, по-моему, короче, этот, скажу, это читы нахуй, по-моему, я тебе клюсь, это читы, блядь, это какие-то читы, магом быть, это вообще очень жестко, а чё так легко-то, охуеть? Ну прям достаточно изи было, я аж в ахуе немножко, если честно, почему так? Непонятно. Не, ну ладно, без проблем. Давай даже, наверное, закосточкаюсь, да, как бы, скорее всего, там мне нужно закосточкиться. Потому что я, да, давай вернемся к последнему костру. 13 тысяч у нас, нихуя себе. Сейчас мы так прокачаемся, блядь. Сейчас просто все будет у нас прекрасно. Фляга с эстусом, да, знаю, да, фляга с эстусом. Так, все, пойдем мы с тобой отправимся в Маджулу, вот сюда. Угу. Бля, удобный, мне вот вообще очень нравится переход здесь. Прям вот оно то, что картиночка даже показана, это вообще великолепно. Потому что я так что-то подзаебался в первом, вот это вот по наименованию там искать, если вот честно. Так, давай, да, поговорим. Проклятый. Ищи души, огромные, могучие души. Ладно, я нашел, кстати. Найди короля. Это единственный способ. Позволь этой земле поглотить тебя. Как и многих до тебя. Нихуя себе просьбы у тебя, конечно, мать, интересные. Так, давай-ка мы... А у нас есть, нет? Дать осколок? У вас нет осколка, да и, блядь, ладно. Давай новый уровень. Ага. Так, жизнь, не знаю, качать жизнь, пацаны, или что? Хэппи сыта. А, это мне по... О, бля, прям еще красиво, смотри, подчеркивает, что вот, как бы прокачается, что не прокачается. Бля, удобно достаточно, удобно. Физическое, вес, груза вон. Все вот это вот. Давай, ученость, опять качнем. Давай прям качнем до еще одной вот этой вот шпуньки. О! Три ячейки. Туда еще положу хуйнюшки. Блядь, давай еще, короче, я качну. Нормально, смотри-ка, прям вот нормально. Интеллект, что у нас прибавляет? Скорость заклинаний. Бонус магический, бонус огненный, бонус тьма. А вера, бонус кровью, тьма, молнией. Бля, интеллект, не знаю. Вот эта вот хуйня сопротивляемость очень много прибавляет. Жизнь, наверное, все-таки хп-шки-то нужно. У меня что-то мало хп. Давай-ка вот я даже до восьмерочки прям покачаю. Физическую защиту. Блядь, не знаю, если честно. Не знаю. Не в курсе. Адаптивность тоже качну. Интеллект качну. Ох, ебать, сколько я накачал-то. Вот так вот, короче, будет. Конечно, давай так. Ух, прям 13 косарей потратил. Ебануться просто. Так, пока не буду с ней разговаривать, потому что я тут что-то смотрю. Да, у нас время уже даже как-то это. Так, давай отдохнуть у костра. Ашечка, да. Что я хотел-то? Составить заклинание. Вот сюда вот я положу вот это. Теперь он, кстати, по 31. Прикольно. Вот, и все. И красиво, и шикарно, и прелестно. И вообще заебись, блядь. Нормально, все классно. Давайте мы на этом закончим эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите ваши комментарии. Увидимся с вами в следующей серии по прохождению Dark Souls 2. И всем удачки и покасики. Давайте.